Анонс и точная дата выхода 8 серии турецкого сериала «Жизнь сегодня». 8 серия сериала выйдет в эфир 7 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в то время, как последствия насилия в больнице продолжаются, Арас выжил, но вынужден сделать перерыв в операции из-за повреждения руки. Арасу трудно принять этот факт, и он просит от своих друзей только одно. Тот факт, что Дерин, которая уже чувствует себя виноватой, этого не знает. Дерин, напротив, посвятила себя борьбе с этим чувством вины. Единственное, что поддерживает ее, жизнь в бессонные дни – это ее лекарство. Барыш начал лечение от рака, но нищая девушка, которую он видит на улице с зараженной ногой, меняет весь его день. Али Хайдар и Андач раскрывают гораздо более темную тайну семьи пациента, который пытался покончить жизнь самоубийством. В финале, когда все раны зажили, и больница собралась на неожиданную вечеринку по случаю дня рождения Араса, есть факт, о котором они не знали. В двух разных концах города жизни Дерин и Барыша в опасности. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 7 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.